Его зовут Чаёк. А ты мой хороший. Не жизнь, а сказка просто, а? Пошли! Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп! Хоп-хоп-хоп! Пошли, пошли! Молодцы! Давай, вперед! Я бой, смотри, хоп-хоп! Один, вперед, вперед, пошел! Тяжелые рабочие будни, ребята. Ходов нету. Ходов нету, но будни тяжелые и рабочие. Едем на работу. Хоп-хоп-хоп! Стой! И крепление. Ну что, погнали? Всем привет! С вами Серега Теобалда. Мы в Шерегеше на секторе Е. И это канал Squadboard Shop. Сегодня мы снимаем обзор креплений клю с интересной очень системой Step-on или Step-in, не знаю, как они называют. Step-in, я думаю. Step-in? Да. Ну да, ты в стегиваешься, да. А не на. Система такая, что, короче, ты настроил этот передний стрэп под себя, заднюю вытаскиваешь, и потом вот так вот делаешь, чпоньк, и все, готово. Ну, мне уже нравится, на самом деле, отзывчивость вообще бомба. Сейчас поедем вниз, проверим. Там вдоль трассы будут приколюхи, можно будет повылетать там. Хоп, погнали. Катер меня обогнал просто. Блять, и здесь они добрались. Двигаемся аккуратно. Блин, мне уже нравится, как они работают. Отзывчивость супер. Моя. Сейчас проверим верхнюю велосипедку. Если там есть следы, то в принципе можно заехать. Хоп. А следы есть. О, вот здесь я, блядь, уехал на трассу. Че уехал? На трассу уехал. За 3 километра от подъемника. Да, ты просто... Там поворотик проебал, один. Проебал, там тяжелый и трудный проход написано. Сейчас мы его затестим. Все здесь? Снежочек такой. Перемет. Но сейчас получше. Че, go? Все ready за мной вообще. На контроле. Подстава! О, поехали, поехали! Оп-оп! Уа! Уа! Поехали!
места отстали. Каждый раз хороший. Welcome to Тайга, епте! Пока мы ждем пацанов, расскажу небольшие новости. Это инсайт, такая информация, которая ждет вас в креплениях клю следующего сезона. Во-первых, передний стрепчик будет более эргономичным, таким сделанный из такого же вот материала, как вот этот. Сейчас он больше похож такой на кожаный. Ну, короче, будет передний стрепчик попить. Вот, здесь будет вместо болта на кресте будет такая штука, которая рукой будет регулироваться. Ну и там будут новые диски 4x4, типа 8 дырок. Но как это работает, я еще пока не понял. Позже, может быть, расскажу. Все, мы здесь все. Все здесь? Да. Сейчас я сделаю камерку. Одену свои модные очки Spectrum. Или маску Spectrum. Кстати, продается в магазине Squad. Ненавязчивая реклама. Да. Вообще ненавязчивая. Пацаны готовы, только что выбрались из ямы, и мы едем дальше. Оп, 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 пампим, набираем хода. Оп. Оп. Опа. Уа! Опа, опа. Нормально здесь памп-трек вообще. Ай! А куда это? Ебать! Ну ладно, допустим. Все нормально, мы, наверное, на месте. Большой поворот новый случился после снегопада. Ух! И... Ой-ой. Снег такой, кажется, что жесткий, на самом деле мягенький. И вот мы спокойненько выезжаем с верхней велосипедки на трассочку. Пацаны там, надеюсь, не заблудились. Все выехали, никто не заблудился. Красота. На самом деле, эта велосипедка такая, с подъемами. Можно и улететь немного ниже, что пацаны и подтвердили. Сейчас я еще не был здесь, но у нас обычно здесь такой, типа, памп-трек с небольшими столами. Вот чел стоит прямо на столе. Это очень не круто. Очень круто. Вообще малейшее просто движение, наклон, и моментально на доску сигнал передается. Класс. Так, ну что же, а мы поедем. Что? Уа-а-а! Нет, походу не поедем. Мне кажется, я не пробью сейчас туда дорогу, снегопадик, снежень. Фу ты, бля. Снегопад свежий совсем. Мама, я в Геше. Все нормально. Я вообще-то тут живу.
Хопа. Сюда, за мной! Оу! Ух! Первый кикерочек. Сейчас пацанов соберу. Нормально, нормально. Ну чё, Паудер Войны? Добро пожаловать в стэш! Чисто по следам. Потому что пацаны тут уже накатали. И мы выезжаем на Чупа-Чупс. Его наконец-таки восстановили. Но еще никто его, конечно, не распечатал. Ну чё, как тебе Чупа-Чупс? Супернэчурал по-шерегешски. Давай, бат! Как? О, в этот можно взлететь. Это в этот? На баттере чисто. Фая! Вперед! Мясо, мясо. Ну здесь уже вот пацки кикер даже подровняли. Чувствуется, что плотный. Поэтому мы их не будем обламывать. И скрывать его тоже не будем. Ну, я просто ссу, если честно. Тут нормально так лететь. А, мы можем задвигаться сейчас левее. Там будет роуд-гэп и еще несколько дропчиков прикольных. Первым следом. Где мой термос, блядь? Ладно, поеду по следу. Сильно глубоко сегодня для глухаря. А вот, пожалуйста. Нет, тут надо лететь. Да? Да. А, там тут road gap. Снимем его. Давай, давай. О, идет подготовочка небольшая. Давай, вот прям куда надо уехал, красава. Чуть-чуть он не уехал. Ну ладно, ладно, ничего страшного. Всякое бывает. Вон широкий дроп вообще. Все вместе с него сейчас как едем. Вот этот? Да, да. Главное, пацаны, на глухаря не напороться. Давай, я с тобой. Давай. Стой, 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 стой! И, блядь, я уехал его прям фласкача. Пацаны, не прыгайте. Здесь надо вот до меня лететь, чуваки. Это road gap. Ю-ху! Надо было сразу со второй. А можно там еще раз? Да, вот, вот сюда бахай с перегибчика и вон вторая кочка. Давай, давай. Хоп! И вторую давай. Хоп! Хорош! Третью! Хоп! Все, бля, а чего мы ждем-то? У-ху! Фая! 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 Оп, за мной! Уа! Вот еще дропчики целые. Экскурсия по стэшу. Берегись. Ладно, ладно. Все, все. Гоним, прощай, дерево. Ю-ху! Пам-трек, пам-трек. Ю-ху! На аккуратном, на аккуратном. Вот, выбираемся. Пустышка. Кто-то нам уже протропил, спасибо им большое. Значит, точно будет пришлось пухов снимать. Уи-и-и.
сектор Е, дорогой любимый. И вот мы. Забыл, что стрэп передний не надо расстегивать. По привычке чисто. Ну что, все это происходит вот так. Чик. Снял одну. Снял вторую. В общем, что, крепления мне понравились. Для понимания, я катался последние два сезона на креплениях Now Drive. Разницы особо я не ощутил. В плане жесткости, в плане отзывчивости. Такие же классные крепления. Мне очень нравится. Понравилось. Ну, супер удобная, естественно, эта система, да, когда ты катаешься на курорте из подъемника в подъемник. Вообще офигенно. Передний стрэпчик можно вообще не застегивать. Вот подтянул его, подрегулировал под ногу как надо. Пяточка вытаскивается вместе с хайбеком. Все круто. Дизайн вообще стилевый, минималистичный. Кайф. Кайф. Есть еще, да, в черном варианте. Есть вот в белом. Мне больше нравится белый. Белый по-рэперски. И еще прикольно, что как бы сами крепчики белые, а стрэп черный. И под черный ботинок, в принципе, ну, не вырви глаз, знаешь, как бы вот, нормальный дизайн. Очень классно. Ой-ой-ой. На самом деле крепы уже пользуются огромной популярностью. В магазинах Сквот их все уже раскупили. Пацаны пробовали их по трассам и в парке, все круто, и вот сегодня мы впервые попробовали их в глубоком снегу, достаточно тяжелый сегодня был снег, все нормально, вообще, да, на самом деле, мне кажется, даже благодаря именно креплениям я сегодня несколько раз не упал, а вывез. У меня там вот на камере есть моментики, где я такой оп-оп-оп на велосипедке, и контроль есть, его много. Удобно, ногу не сводит. Бывает, что стрэпчики, знаешь, пережимают как-то. А вот здесь эргономика офигенная. Все супер круто. Ну, они еще и будут еще намного круче, да. Там поменяется пятак, поменяется передний стрэпчик, будет более, как сказать, будет более капстрэповый такой, да. И поменяется вот эта штука, потому что сегодня я взял доску, она здесь лежала на секторе Е несколько дней, и я думаю, блин, отвертку не взял, короче. А что, если стрэп не большой или маленький будет? В итоге как бы повезло нормально, но в следующем сезоне у них уже будет ручная регулировка заднего стрэпа, и будет еще удобнее. В целом, если ты катаешься на этих креплениях в паудере, да, то можешь просто их использовать как обычные крепления. Что, в принципе, уже как бы, ну... Это нормально, это не минус даже, это просто норма. Да. А плюс то, что вот на трассе и где-то на курорте можно в парке быстро выстегнуться, стегнуться, вообще не щелкая стрэпами, не нагинаясь, вот этого всего не делая. Это мне нравится, знаешь, когда нога так стоит, короче, и вроде как она прям вот на доске стоит. Как будто вот здесь, прям, ну да, как будто ты прям вот на доску ставил ногу. И здесь есть такое ощущение, конечно, есть... Газпедаль там, кстати, она, по-моему, не регулируется, да? Не регулируется. Вот, но в целом, как бы, ощущения прикольные. А, так это, получается, крепление прошлого сезона. Да. А сейчас подъедут скоро. Да. Вот, прям скоро. Вот они уже где-то едут. Подъедут новые крепления уже со всеми доработками. Да, да, да. Офигенно. Да. Да. Хочу. А знаешь, еще что прикольно? Вот сейчас посмотрел и понял, что вот с этой стороны ничего не торчит. И бывает, если болтики откручиваются, ну, они просто нахуй летают. Uh-huh. А тут как бы вот, пожалуйста, все это спрятано внутрь. Вообще дизайн космический. Немцы. Немцы, да? Немцы. На всякий случай говорю концовку. С вами сегодня был Сквот Бордшоп. Это видео выйдет на YouTube скоро. Надеюсь. Еще раз, с вами я, Серега Теобалда, прямо из Шерегеша, с сектора Е. Доска Bear Powder Source, глухарь и крепление клюв. Кстати, пойдем глухаря найдем.
Он где-то здесь по парковке шарится. Реально? Он просто ходит? Да, он просто здесь как хозяин ходит у себя дома. Да, да. И прикинь, доска глухарь и глухарь. Ну, погнали. Погнали, поищем.